Порошенко поговорил по телефону с Путиным, СМИ. Беседа состоялась по инициативе украинской стороны. Поводом для нее стала третья годовщина заключения вторых минских договоренностей. Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает «Зеркало недели» со ссылкой администрации президента Украины. Президент Украины провел телефонный разговор с президентом России для активизации освобождения украинских заложников, в частности обмена пленных пограничников и освобождения украинских военных на оккупированных территориях. Также была обсуждена повестка дня встречи министров иностранных дел стран Нормандской четверки, которая запланирована на 16 февраля в Мюнхене. Телефонный разговор состоялся в координации с европейскими партнерами по нормандскому формату и американскими союзниками, сообщили ВАП. По данным источника издания, беседа была не короткая и состоялась по инициативе украинской стороны. Поводом для нее стала третья годовщина заключения вторых минских договоренностей. Порошенко готов менять солдат РФ на Сущенко. Напомним, 16-18 февраля представители Украины, Франции, Германии и России, так называемая «Нормандская четверка», проведут встречу на полях Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, чтобы обсудить конфликт на Донбассе. Новости от Корреспондент.нет в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://teamycorrespondent.net. По материалам сайта newsgro.com.